друзья, привет! Сегодня четвертый день гонки, мы опять на полигоне. Все эти дни мы гонялись, в общем-то, по пыльникам, было две лужи, а сегодня организаторы придумали ну, такой настоящий трофик, как нам обещают. Видите, какие эвакуаторы пригнали большие? Через час стартуют участники на это место. А вот сидит, собственно говоря, Ласточкин. Вы можете подумать, что он ловит рыбу, на самом деле он сидит и тупит. Ну чё? Видите, бобры есть даже в Польше, видите, вот. Или это ты? Это я. Голодно, не позавтракал сегодня. А, тебе голодно, ты не позавтракал. Да. Собственно говоря, мы надеемся, что здесь будет жестко, ну, в смысле, жесть. Дно мягкое, и судя по тому, какое количество здесь эвакуаторов, вполне может быть какой-то экшен. Четвертый день мы на гонке, и вот организаторы наконец-то сделали трассу через болото. И догадайтесь, как она называется. Вы представляете, они ее назвали Ладога Свамп. Я уж не знаю почему, видимо, знают про это мероприятие, но вот так и есть. В общем-то, мелочь, но очень приятно. Чертовски приятно, правда, шикарно, прям вот Ладога. Очень похоже. Ну, между прочим, да, осталось только понять, насколько это легко будет проходимо. Ну все, не мешайте нам, мы работаем. Thank you.
я понимаю, бетон мотор, это все, хватит. Ну, я не понимаю ничего по-французски, но кажется, он говорит, что им настал трындец. Болото непроходимое. Все пропало, шеф, все пропало. Нафига я это сделал? Он оплил упер ле шноркель. Да, говорит, у тебя есть шноркель? Говорит, нет, а зачем нам шноркель? Сергей, да. ваш французский потрясается. Я знаю. Он говорит... Пол! Да! Пол! Значит, пилот спрашивает у штурмана, у нас есть еще один мотор? Он говорит, да, сейчас я схожу. Ну, вот он практически пошел. Я что хотел сказать-то. Удивительная особенность этой гонки. Если в российских гонках судьи никак не вмешиваются в происходящее, стараются дистанцироваться от участника, то здесь наоборот. Как только участник застревает, подъезжает эвакуатор, эвакуатор встает так, чтобы можно было цеплять лебедку и так далее. То есть максимально убрать с трассы участника. Но ведь он потом едет дальше на финиш, то есть получается некая помощь организатору. Вот такая особенность гонки. Вот это как раз то, о чем говорил Мишка. Сейчас он будет цепляться за унемок организаторов и вылезать из болота. Брент знает, что такое Ладога, он бывал на ней не раз. Просто у Мишки там привязан к этой веревке вторая камера, он никак не может ее вытянуть, понимаете? И вот теперь вот приходится ему идти за камеру. Ой, ты не упади. Ай, зайчик мой пошел. Вообще-то на этом тропе очень много женщин-штурманов. Что самое интересное, что самая тяжелая работа им достается. Я считаю, что это несправедливо. Ну да и ладно. Ну, может быть, не очень хорошо видно, но, видите, мы тут работать начали, монтировать прямо в поле. Ой, монтировать. Три твоих ролика склеить, господи, монтировать-то. Да ты это, а ты что там с этой фотки гребаные там сидит? У меня сегодня 16 гигабайт снятого материала, между прочим. Это всего одна фотография столько? Да, каждая. Но это зато это фотошедевр. Да. Да. Вообще, на самом деле, у них такой, я бы сказал, немножечко странненький для русского человека оффроуд. Если посмотреть внимательно, то колеса у них накачаны просто до звона. Но не принято спускать. Это объяснимо, с одной стороны, потому что у них не такой оффроуд, как у нас. Они вот фигачат по таким, ну, скажем так, грейдерам с большущей скоростью. А потом приезжают в какой-нибудь локальной засаде, там лебеднулись, проехали канавку. Им нет смысла сдувать колеса. Это объяснимо. Но они еще не очень умеют пользоваться лебедками. Вернее, не то чтобы самими лебедками, а винчеваться. Правильно я говорю? Правильно. То есть, как вчера они винчевались, это было даже смешно. То есть, он привязанный к тросу стоит и просто себя закапывает. То есть, он не может найти вот эту фазу, когда нажать на кнопочку подлебедиться и газануть. Еще одна странность – это то, как они носят трос лебедки. Сначала выбегает штурман и приносит корозащиту. Потом он бежит в машину и приносит оттуда шаков. Потом он бежит в машину, приносит удлинитель. Потом он бежит в машину и, наконец-то, появляется с тросом лебедки. Подтягивает трос лебедки и понимает, что ему не хватило еще одного шакла. И бежит опять в машину. То есть это вот такой
невысокая производительность труда, скажем так. Видите, у своего удлинителя стропы не оказалось. Он запросто попросил у организаторской машины. Знаете, подобную картину я видел в Африке вечером в саванне. Но это не Африка, а Польша. Ветер стих, сейчас 10 часов вечера по Москве. Проехало несколько спортивных машин. И вот так вот при полном штиле такая вот мгла появилась. Пыль.